Так, теперь мы с вами будем вязать уши. Значит, нужно набрать 6 воздушных петель. Каждый набирает по-своему. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну петлю пропускаем. В следующую будем вязать. Вот эта петля и это столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И в последнюю петлю 2 столбика. 1, 2. Петлю затянули. Итого у нас здесь 6 столбиков. Так, теперь поворачиваем. И по обратной стороне цепочки должны вывязать 3 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот сюда в последнюю петлю четыре. Итого у нас по кругу получилось 10 столбиков без накида. Так, второй ряд вяжем. Так, второй ряд мы должны вот сюда войти и от него, вот она полупетля, вот эта петля, так. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семь, восемь, девять, десять. Вот как раз мы в последний попали. 10. Так, значит, 3 ряда. Третий, четвертый и пятый вяжем без изменения. По 10 столбиков без накида в каждом ряду. Так, вот я буду вязать пятый ряд. Смотрите, вы вот так выгнете. Вот таким образом. И вяжем по кругу. Вот я третий, четвертый провязала. А вот теперь пятый ряд. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Так, это, по идее, будет вершина уха, хрящ. Вот, он должен быть уплотненный, такой толстенький. Вот мы его вяжем. Шестой ряд. 9 столбиков без накида. 1, 2, 3. Так, вяжем по кругу. Вот сюда будет 9, а сюда прибавка. 10,
11. Значит, в шестом ряду будет 11 столбиков без накида. 8, 9, а сюда прибавка в последнюю петлю. 10, и еще один сюда. 11. Так, седьмой, восьмой ряд вяжем без изменения. 11 столбиков без накида. 1, 2, 3. Значит, два ряда вяжем по 11 столбиков без накида. Девятый ряд. 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Вот сюда будет 10, а в последнюю петлю прибавка, то есть 2 столбика, 11, 12, 10. Последнюю петлю прибавка. 11. И еще один сюда. 12. 10 и 11 ряды вяжем по 12 столбиков без накида в каждом ряду. 1, 2, 3. Итак, вяжем 10 и 11 ряд. 12 ряд. 10 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 9, 10. В следующую петлю прибавка. 1. И сюда же еще один. Это будет 12. И в последнюю петлю 1. 13. 13 и 14 ряд вяжем по кругу без изменения. 13 столбиков без накида. 15 ряд. 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 9, 10. Далее вяжем прибавку. 1 и сюда же второй. И 2 столбика без накида. В 15 ряду 14 столбиков без накида. С 16 по 25 ряд вяжем по 14 столбиков без накида в каждом ряду. То есть вы должны провязать 10 рядов по 14 столбиков без накида в каждом ряду. 26 ряд. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. 1. И сюда же второй. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6, убавка, 26-м ряду 14 столбиков без накида, 27-й ряд 14 соединительных петель. Так, 1, 2, 3, 13, 14. Теперь эту нитку обрезаем. И ряд закрываем. То есть заходим во вторую петлю. Так, вот первая. Вот вторая, во вторую заходим. Вытягиваем. И теперь в ту же петлю, куда нитка идет. Так. Вот это у нас последняя, а вот это будет первая петля. Вот она. Вот, это первая петля. Так, теперь эту нитку, хвост нам нужно внутри спрятать. Вяжем 28 ряд. Заходим в 9 петлю 27 ряда. Вот это я говорила. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, вот девятая. Хвостик побольше. Одна воздушная. Пять столбиков без накида. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Так, пять. Дальше. Убавка. И еще пять столбиков. Так, один. Два, три, четыре, пять. В 28-м ряду 11 столбиков без накида. Здесь мы тоже нитку отрезаем. Переходим к началу 28 ряда. Заходим во вторую петлю. Так, вот хвост. Значит, вот это первая петля, вот это вторая. Вяжем 9 столбиков без накида. 1,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, нитку опять отрезаем. Так, 30-й ряд вяжем. Значит, вот первая петля, как я говорила, вот хвостик от нее. Вот вторая. Два столбика вяжем. Один, два. Далее убавка. И еще три столбика без накида. Один, два, три. Нитку обрезаем. Теперь заходим во вторую петлю. Один, два. Одна воздушная. Четыре столбика. Один, два, три, четыре. Так. Отрезаем. И закрепляем. Так, теперь нужно сложить этот хрящ таким образом. Вот смотрите. Вот здесь у нас был овал в начале, да? Вот так его плоско. И вот здесь вот есть петля последнего ряда, соединительная. Вот по ней. Вот так. А здесь у нас было 4 петли, 4 столбика без накида. Вот это последний столбик. Вот он. Наверху. Вот так раскладываете. Отсчитываем 19-ю петлю. Вот 1, 2, 3, 18, 19. Причем заходите только под одну петлю. Если вы возьмете больше, у вас здесь будет некрасиво. Поэтому вот сюда заходим. Вытягиваем петлю и одну воздушную. Один столбик. Нам нужно провязать 19. Два. Три. Кстати, чтобы хорошо лежало у вас, можно иголками вот здесь пройти. 18. И 19-я петля. Вот. За эту последнюю. В последнем ряду. В круговом. Вот 19. Вот таким образом. Так, вот на этой стороне так. Потом этот хвост уберем внутрь. Так, первый ряд ухом 19 столбиков без накида. Второй ряд. Одна воздушная. Поворачиваемся. И сразу в первое отверстие провязываем столбики без накидов. Это один, два, три,
4, 5. Так, довязываем до последнего, 19 будет. И дальше вам покажу. 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. Вот так получается. Значит, во втором ряду 24 столбика без накида. Третий ряд. Одна воздушная. Поворачиваемся. Должны связать 22 столбика без накида. 1, 2, 3. Итак, вяжем 22 столбика без накида. Так, 21, 22. А вот эти две последние петли провязываем вместе. Эту и эту. Двадцать три. Четвертый ряд. Одна воздушная. Поворачиваемся. И должны провязать 27 столбиков без накида. 1, 2, 3. Итак, провязываем вот до этого места. Здесь у вас будет 23. И остальные набираем отсюда. 22. 23. Двадцать четыре. Двадцать пять. Так. 23, 24. Вот здесь потуже соедините. 24, 25, 26 и 27 в самый край. Двадцать семь. Значит, в четвертом ряду 27 столбиков без накида. Одна воздушная петля. Поворачиваемся. И следующую петлю вот так провязываем. То есть мы убавили один столбик. Далее вяжем 23 столбика без накида. 1, 2, 3. 22, 23. И здесь убавку делаем. То есть две петли провязываем вместе. 5-м ряду 25 столбиков без накида. Вывязываем воздушную и будем вязать 6-й ряд. 23 столбика без накида. 1, 2,
23, 22, 23, 23 и два последних столбика вместе. Двадцать четыре. Значит, в шестом ряду 24 столбика без накида. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. Седьмой ряд вяжем. Так, в седьмом ряду сразу делаем убавку. Так. И далее 22 столбика без накида. 1, 2, 3. В итоге в седьмом ряду должно получиться 23 столбика. Вот, один здесь мы убавили и 22 провязать. 21, 22. Восьмой ряд. Одна воздушная петля. Поворачиваемся. 22 столбика без накида. 1, 2, 3, 20, 21 и убавка. 1, и второй. В восьмом ряду 22 столбика без накида. Так, закончили мы восьмой ряд. Вяжем воздушную, поворачиваемся и переходим к девятому ряду. И должны провязать 21 столбик без накида. 1, 2, 3, 20, 21 и в последнюю петлю прибавка. 1 и сюда же второй. В девятом ряду 23 столбика без накида. Вывязываем воздушную и будем вязать десятый ряд. В десятом ряду вяжем 21 столбик без накида. 1, 2, 3, 21 и 2 петли вместе. Двадцать два. Значит, в десятом ряду 22 столбика без накида. Одиннадцатый ряд. Одна воздушная. Поворачиваемся. И должны всего провязать до конца ряда 22 столбика без накида. 1, 2, 3. Так, это будет 20. 21, 22. Одна воздушная. И вяжем 12 ряд. 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 20 и 2 вместе. 21. Так, вывязываем одну воздушную петлю, поворачиваемся и сразу делаем убавление. И далее 19 столбиков без накида. 1, 2, 3,
18, 19. В 13 ряду 20 столбиков без накида. Вывязываем одну воздушную. Поворачиваемся. 14 ряд. 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 17, 18 и 2 вместе. В 14 ряду 19 столбиков без накида. Так, воздушная петля. Поворачиваемся. 15 ряд. Убавка. 16 столбиков без накида. 1, 2, 3. Так, 15, 16. И в последнюю петлю прибавка. 1 и сюда же 2. В 15 ряду 19 столбиков без накида. Вывязываем воздушную, поворачиваемся. 17 столбиков без накида. 1, 2, 3. 16, 17, убавка. В 16 ряду 18 столбиков без накида. Так, одна воздушная, поворачиваемся. 17 ряд, 2 убавки. Одна убавка. Вторая убавка. И далее 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 13, 14. В 17 ряду 16 столбиков без накида. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. 18 ряд. 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 13, 14 и убавка. В 18 ряду 15 столбиков без накида. Одна воздушная. Поворачиваемся. 19 ряд. 2 убавки. Так, одна. Вторая. 10 столбиков без накида. 1, 2. 3, 9, 10 и в последнюю петлю прибавка. 1 и сюда же 2. В 19 ряду 14 столбиков без накида. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. 20 ряд. 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10 и 2 убавки.
один. Два. В 20-м ряду 12 столбиков без накида. Так, а вот здесь нужно вот эту петлю потуже. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. 21-й ряд. Две убавки. Так, одна убавка. Две. И 8 столбиков без накида. Один. Два. Три. Семь. Восемь. В 21-м ряду 10 столбиков. Вывязываем одну воздушную. Поворачиваемся. 22-й ряд. Убавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И 2 убавки. Так, 1, 2. В 22-м ряду 7 столбиков без накида. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. 23-й ряд. Убавка. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. 23-м ряду 5 столбиков. Одна воздушная. Поворачиваемся. 24-й. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. 24-м ряду 4 столбика без накида. Одна воздушная. Поворачиваемся. 25-й ряд. 2 убавки. Одна. И вторая. В 25-м ряду 2 столбика без накида. Так, закончили мы с вами вязать правое ухо. Почему это правое? Значит, вот здесь выступ больше. Так. Вот смотрите, вот, допустим, голова. И вот мы будем пришивать. Вот так. Значит, правое ухо. Начинаем вот так, располагаем к себе. И начинаем обвязывать от начала хряща. Так, поворачиваем. Заходим сразу под хрящом. Так, вытянули петлю и одну воздушную. И обвязываем столбиками без накида. Два, три. Далеко не заходите, вот тут дырка будет, вот по краю. Четыре. И так обвязываем. Тут количество у кого какое получится. Главное, чтобы не фалдила сторона.
вот, чтобы ровненько прошло у вас. И потом по этой стороне точно так же довязываете до хряща и обвязываете вот это место. И здесь заканчиваете. Вот обвязала я правое ухо. Видите, вот эта часть задняя выступает. Вот так будет перешиваться. Значит, это ухо у слона будет правое. Нитку отрежьте, но оставьте, чтобы можно было ухо пришить. Так, закончили мы с вами правое ухо. И левое вяжем точно так же. Правое ухо мы обвязывали со стороны с узкой части от начала хряща. То есть вот здесь прикреплялись, далее обвязывали, потом вот так вокруг и здесь заканчивали. Левое ухо должны обвязывать со стороны, вот где у нас хвосты, широкая часть хряща, причем начинать вот отсюда, где мы, вот где у нас только начало рядов. Вот отсюда переходим, вот так обвязываем, поворачиваемся и уходим сюда. Ну, давайте. Так, теперь вот в следующую петлю. Ну, тут хвостик, может, вытянуться, поэтому подтягиваем. Так, здесь у нас петля занята. Вот мы ее вязали. Значит, заходим вот под эту петлю. Так. Здесь у нас тоже вот она петля. Значит, вот под эту заходим. Вот сюда. Дальше у нас свободные петли. Сюда столбик с накидом. Так, а вот здесь одна петля у нас есть. Значит, сюда столбик без накида. Так, сюда в отверстие столбик с накидом. И свободная петля, столбик без накида. Так, сюда столбик с накидом. Сюда столбик без накида. Так, и вот. Вот у нас где столбик начинался. Вот сюда столбик с накидом. Ну вот и далее мы обвязываем столбиками без накида. Вот и так обвязываем и заканчиваем вот здесь.